Если хотите, вот напишите в комментариях, если хотите, чтобы я сам полностью разгадывал такие загадки, я их буду полностью разгадывать, я просто буду вырезать момент разгадывания. Просто это будет занимать там по 20-30 минут на каждую загадку, но тем не менее, вы будете знать, что я сам это все сделал. Канале, всем привет, с вами Бояра, продолжаем Forgotten Hills First Steps. Короче, серия вторая. Видел в комментариях, игрушечка всем понравилась. Хоррор, так сказать, пощекотать нервы. Ну, правильно написали в комментариях, что начинать надо с чего-то малого. Если уж я собрался в будущем играть в хорроры, чтобы вас радовать своими вот этими эмоциями, поэтому надо начинать с чего-то маленького, чтобы у меня сразу сердечный приступ не хватил. А вы не забывайте подписываться на канал, ставить лайк, дизлайк, комментировать. Поехали. Я, короче, завел листочек с ручечкой, завел, чтобы все записывать, чтобы не портить, так сказать, квитанции. Я не помню, на чем мы вчера остановились, но я помню, что... Ага, это ничего не работает. Короче, у нас есть зажигалка, рыба и крестик. Вот эти символы я где-то видел. Где я их мог видеть, не помню. Но где-то они были. Да, здорово, эту хрень. Эти жуткие звуки. Где-то были... Вот, смотри, давай нарисуем. Получается, шарик с треугольничками. Мишенька. Мишенька. Знак радиации. И какая-то крокозябра. Это спиннер, ёпта. Крокозябра, это спиннер. Окей, хорошо. Я не знаю, куда это применить. Но там, похоже, символы там были. Поэтому давайте туда сходим. Забыл, куда идти, кстати. Ох, не сюда. Я совершенно все забыл вообще, где мы были, где не были. Да, здорово, этот чувак страшный. Ох, как я не хочу пугаться, но окей. Так. А, так вот, я понял. Вот сюда. Здесь должно быть мишенька. Мишенька вот сюда. Получается, здесь у нас знак радиации и спиннер. Отлично! А, это мы только первый засов убрали. Один, два... О, вот это я не понимаю, где такая была штука. А где-то была она у нас где-то в записочках, может? Здесь нету. Опять в книге что-то искать надо? Но в книге я не помню, чтобы что-то подобное было. В книге такого подобного не было, ничего. А где? А, получается 1, 10. 3, 2. Может быть, блин, сумма вряд ли. 5, 4 и 6, 5. Как это? Блин, давай пройдемся. Я нигде не помню, чтобы что-то подобное было. Ты помнишь? Потому что я не помню, чтобы где-то что-то подобное было. То есть нигде подобных похожих символов не было у нас. Вообще ничего похожего нигде не было. Тут ничего нету, отлично. Интересненько. Интересненько. По книгам мы все проходили. Этих жуков мы делали уже. Это с предыдущей загадкой вот здесь было. Как это работает? Фиш! И стало код. 7482. Ну ладно. Подожди, фиш! Рыба! Почему она превратилась в код? То есть это был код? Это был какой-то рыба-код? Я не знаю такую рыбу. Зажигалка. Кстати, я не понимаю, за счет чего она включилась. Она до этого... Squanderer вышла ачивочка. Это, скорее всего, что-то связано с тем, что я везде свет включил. Ну, реально, я ничего больше похожего не вижу нигде. Я просто проверяю, везде ли я все сделал. Я везде все сделал. Выберите подсказку.
Давай, хорошо, одну маленькую, маленькую. Я потому что реально не понимаю, откуда это взять. Этот объект поможет вам изучить... А... Как? А-а-а! Ну, это, кстати, можно было догадаться. То есть 7. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 4, 8, 2, да? Как-то вот здесь четверку надо получить. 7-4. А, я понял. Тихо-тихо. Вот, плюс 1, типа 7-4, 8. А здесь двойка никак не получится. Семь, четыре, восемь, два. Тут от 6 до 5. Я не хочу здесь запариваться на полсерии. Римские цифры подскажут место начала отсчета. Ну? Ну это я понял. Раз, два, три. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Ну это понятно. 4. 8. А как здесь 2-то получить? Здесь 6, здесь 5. Как получить двойку? От 1 до 10. Короче. Короче. А кто знал? Кто знал, что здесь есть промежуток? Кто знал? То есть получается это правильно. 7. Тут 4, 8, это все правильно. И 2, это 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 0, 1, 2. А нигде об этом не говорится, что здесь они начинаются потом с нуля. Ну ладно. Давай, без, не пугай меня только. Не надо меня пугать. Лес, хорошо. Мне нужно как можно скорее вернуться к Джозефине. Да без проблем, сейчас к Джозефине. Что так резко все? Ф, знак Ф. Я запишу, не знаю зачем. Я записал знак Ф. Ну или это перекрытое. Так, хорошо, ищем. Ищем, что тут есть. Поджечь. Крестик. Что-то где-то должно быть. Я чего-то, видимо, где-то не вижу. Вот еще один значок. Это квадратик. Квадратик с... Квадратик с палочкой. Что? Здесь я все сделал. Здесь ничего не активно. Здесь тоже... А, вообще в смысле вернуться? Типа дверь открылась? Надо в самое начало. А как? А как вернуться к Джозефине? Потому что... Через какую дверь мы вообще зашли? Вот хороший вопрос. Через какую дверь мы зашли? Что-то как-то эта серия очень тяжело началась, потому что я не понимаю, где что еще доступно и где что работает. Надо вернуться к Джозефине, он говорит. Нигде ничего не активно. Тут закрыто. А-а-а! Просто буква Z. А я и не заметил, на самом деле, что есть еще в бок. А, и плюсик. Ну, елочка. Елочка, плюсик, не знаю. Это понятно, это сейчас мы сюда этот код введем. Так, Ф. Ф, Ф, Ф. Вот такая, ага. З, паучок. И Z.
Или осталось понять, в каком порядке? А, наоборот, наоборот. Наоборот, получается, сперва у нас идет квадратик, потом Ф. Потом идет у нас паучок. И, собственно, Z. Да, окей, хорошо, прекрасно. Ох, началась жуть! Берем, берем, все берем. А, только топор можно взять. Ой, что это такое? Это надо фоткать. Висельник, опасно, шалаш, дорога, человечек, треугольничек, грибочек. Это за грибами пойдем. Это взял с собой, да, прекрасно. Ага. А... Так, подожди, как это работает? Они включаются каждый через один, то есть последовательно. Надо все зажечь, да? Я не знаю, как такое разгадывать. Буду тыкать все подряд. Вот по очереди пойдем. Обычно они решаются вот таким методом перебора. Ты просто по очереди идешь, и они все включатся. Я не знаю, как это работает, но это, как правило, работает. Тут есть, скорее всего, своя логика. Один остался. Твоя логика точно здесь есть, но я пока не могу понять, как вот это. Вот смотри. Это соседние. Это правые две. Это левые две. Вот, вот никакой логики на самом деле. Это наискосок, опять же. Это тоже как-то наискосок. Я знаю, что здесь надо делать. Знаю. Я понимаю, что нужно все включить. Игра, объясни мне, как это все включить. Хорошо. Мы типа пропустили подсказку. Хорошо. О, это можно на улицу идти, да? Тут больше ничего не надо. Я буду скипать такие загадки, потому что она несложная. То есть ты просто... Я понимаю, что нужно сделать, но не понимаю, как это сделать. Потому что вот это вот натыкивать я на самом деле могу. Если хотите, вот напишите в комментариях. Если хотите, чтобы я сам полностью разгадывал такие загадки, я их буду полностью разгадывать. Я просто буду вырезать момент разгадывания. Просто это будет занимать там по 20-30 минут на каждую загадку. Но тем не менее, вы будете знать, что я сам это все сделал. А без скримеров. Хорошо, отлично, прекрасно. Не хочу визжать, прыгать. In the woods, а в лесу. Здорово, чувак. А, это карта. Вот мы вышли здесь. Сейчас прямо налево-налево это будет треугольник. Проверяем. Прямо. Я хочу сразу проверять, нет ли тут... Нам дали топор, скорее всего, защищаться придется от кого-то. Тихо-тихо-тихо. А, не то. Что? Да подожди. Так, прямо-прямо, налево-налево. Прямо. Прямо. Налево-налево сейчас будет чувак. Ой! Ты это видел? Если мы сейчас шагнем вперед, на нас кто-то нападет. Нет? Ну там только что была какая-то хрень в лесу. Да, вот человечек. А нам нужно к дороге, да, пойти? Или к висельнику? Я не хочу ходить к виселице. Пойдем к дороге. Это получается налево и до конца прямо. Ага. Ничего сложного. Вообще ничего сложного. Как так? Как так, не понял? Мы зашли вот сюда сейчас, прорубили дорогу и вышли вот здесь. Как так? Еще прямо, налево. Налево. Раз, два. Два раза прямо, мы выйдем к этому шалашу. Да? Ага.
Сейчас направо, направо и прямо. Это как в Растилейке было. Мы уже тоже гуляли по такому лесу. Здравствуйте. Вам крестик надо? Нет? Ты меня убьешь, да? А, нет, не убьет. Этот... как эта штука называется? Этот Stonehenge, короче. Череп повернуть в его сторону, поставить ему на голову свечку, и это, роза ветров, это на картах рисуется, направление ветра, север, юг, запад, восток, там сюдь-сюдь-вест, вот это вот все. Что нам это дало? Этот объект мы можно... Так это я понимаю. Дальше-то нам куда надо? Я просто не хочу, как дурачок, бродить по лесу туда-сюда. Потому что это глупо. Это просто глупо ходить туда-сюда по лесу. Вот мы здесь. Если мы пройдем прямо. Прямо тупик. Мы сейчас вот здесь. То есть, в принципе, я могу сходить направо. Здесь, конечно же, тупик. Сейчас мы вот здесь. Давай, налево, налево. Ага, человек. То есть еще налево и прямо, 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 прямо. Как это работает? Объясните мне. Я выхожу вот здесь на дорогу и появляюсь вот здесь. Может быть, нам вот сюда надо выйти? Скорее всего, это выход типа из леса. Давай, прямо, прямо, лево, 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 лево. Прямо. Прямо, лево, 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 прямо. Прямо и налево. Прямо, налево. О, там опять эта дрянь была, короче. Что она меня пугает, ходит? Я тебя боюсь. Я тебя очень боюсь. Еще налево. А налево больше нет. Опять. Незаконная вырубка леса. Фу-фу-фу, осуждаю, запрещено. Ключ, здравствуйте. Зачем? А где мне ключ надо было? А где мне ключ надо было? Внезапно. Сундук. Свечи. А, мой дневник, Люси Петерсен. Дорогой дневник, я мало что помню о том месте, в котором я провел последние несколько дней. Я помню, что там были другие дети. Они были моложе меня, все одеты одинаково. Ни у кого из них не было волос. Вот они, лысые парни. К счастью, мне удалось сбежать, но что-то во мне изменилось. Я ощущаю очень странное чувство, что-то вроде голода. А может, это просто гнев или возбуждение? Мне кажется, у меня начинают выпадать волосы. Ну, ты бы, мать, так много кексов не ела. Возможно, бы волосы бы не выпадывали. Все от сладкого. Сладкое портит фигуру, сладкое вредно, сахар вредно, фу, не ешьте. Увидели, кстати, помню. Наконец-то мне удалось вернуться домой, но мамы с папой там нет. А я не знаю, куда они пропали. Я спрятался в подвале. Я думал, это про девочку, кстати. Я так скучаю по Вилли. Мне кажется, что мне было бы лучше рядом с ним. Так это про девочку, это девчонка, которая в предыдущей серии на нас нападала. Мы ей подарили Вилли медвежонка, и она от нас отстала, пошла с ним играть. Но почему спрятался? Это косяк перевода. И все, да? Так, только не говорите, что мне сейчас надо по лесу блуждать и в каждую дырку залазить. Ну вот мы вот здесь еще не были. И вот здесь не были. И вот здесь не были. Давай, хорошо, сходим. А, раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Направо. Мы сейчас здесь. Раз, два. Давай, давай вперед пойдем. В смысле вперед? Подожди, а мы где сейчас? А, мы вот здесь. То есть еще направо? Вперед. Ага, отлично. Налево, вниз, налево. Налево, вниз, налево.
так ты не такой уж страшный. Я думал, ты страшнее. Так, направо. Прямо, прямо, направо, направо, прямо. 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 Направо. Направо. Ага, отлично. Отлично, еще секретика. А, Ламберджек, а этот. Лесоруб, короче, получено достижение. Так, кто не знает, все ачивки за мной. Вот здесь вот за мной, прям вот здесь за мной появляются. Не знаю почему. Обычно они там в углу появляются в стиме, а здесь почему-то вот так. Так, нам, я помню, на череп. Нам нужен череп, кстати. Нам нужен череп. А где взять череп? Нам нужен череп, на него поставить вот эту свечку, поджечь. Вот, скорее всего, сюда надо череп поставить. Чего-то не хватает. Нет? А, ну это понятно. Я просто думал, что-то не хватает, скажешь. У нас нет черепа. Хорошо, а, скорее всего, череп вот здесь. Назад. Раз, два, три, четыре, пять налево. Назад и пять налево. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два назад. Раз, два. Да, вот и череп, собственно. Я разрубить. Как это жестоко! Жестоко и страшно. Раз, два. Раз, два, три, четыре, пять. Окей. Вперед, вперед. Раз, два, три. Да, четыре, пять. Этот волчара меня... Он не страшный. Он вот своим присутствием накаляет. Вот то, что вот он есть, это прям бесит. Прям очень бесит такие моменты. Что тебе надо? Что тебе от меня? Ты кто? Кто ты? Призрак, ты хочешь меня вывести из леса? Что ты от меня хочешь? Крестик тебе дать. Нарубить тебя топором. А, окей. Спасибо. Я топор на всякий случай возьму, мало ли кто нападет. Ты мне сейчас покажешь дорогу к... Окей. Он мне показывает дорогу, собственно, вот сюда. Так я там уже был. Я туда уже ходил, там нет прохода. Внезапно Out the Woods вышел из леса, называется ачивочка, наконец-то добрал. А почему до этого-то я не мог выйти? Джозефина? Все в порядке? Ни хрена не в порядке, учитывая, что здесь кровь. А Джозефины тут нет. Боже мой, что здесь произошло? Где Джозефина? Я должен найти ее как можно скорее. А? Где-то должна быть какая-то подсказка на эту тему. Ладно, давай подумаем. Мы должны повернуть. Смотри. Чтобы вот из этого вышел этот, нам нужно его повернуть направо. Потом поменять местами туда-сюда. Потом ничего не делать. Потом повернуть направо. И повернуть налево. Гениально! Это не было так сложно на самом деле. Ой, скорее всего, палевная музыка. Папят театр. Театр этих марионеток. Хорошо, я помню. Да-да-да, театр марионеток. Раз, два, три, 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 бибип, раз, два, три, раз, два, три, он сзади! Ясно, не надо было. Не надо было бибип. Daddy again. Папочка снова. Не знаю, в чем прикол. Ниоткуда он напал на меня. Я чувствую, как его когти разрывают меня на части, а зубы вгрызаются в мое горло. Потом стало холодно. Так холодно. Крестиком. На. Крестик. Как применить? Что ты хочешь от меня? Мри. Ну, ладно, короче, его раздражают громкие звуки, в общем, походу. Так, идем по пятнам крови. А этот оборотень за нами идет?
Потому что если он... Ох, это мы только в Forgotten Hill пришли. То есть все это время мы даже еще не начали играть. Неплохо. А вот, собственно, туда нам надо идти, это чтобы попасть в этот, в кукольный театр. Ну, пошли. Как я не люблю кукол, особенно страшных. Особенно, если это клоуны какие-нибудь. Скорее всего, на билете написано. Да. А, луна, песочные часы и три точки. Луна, песочные часы и три точки. Отлично. Здравствуйте, я пришел. Клоуны, сдавайтесь, бойтесь меня. Сразу вижу, там что-то лежит за этой штукой. In the theater. В театре. Ачивочку получили. Так, это карта театра. Вот мы зашли. Лучшее шоу в Forgotten Hill. Наслаждайтесь и получайте удовольствие. Вот здесь написано. Джапет Театр. А, Папет Театр. Ну, короче, этот. Театр марионеток. Кукольный театр, в общем. Так, вот мы сейчас здесь зашли. Или вот мы здесь находимся, или вот здесь, пока непонятно. То есть прямо какие-то молодые люди, столовая, буфет, где, скорее всего, бутерброды с каким-нибудь там, знаешь, с маленьким кусочком рыбки-горбуши стоят 100-500 тысяч рублей. Ну, как оно обычно в театрах бывает. Это гардероб, это, собственно, сцена. А, это туалет. Это, собственно, сцена. Это гардероб и столовая, да, все, все, все как в театре, все нормально, все прекрасно. А что, все по канону. Здравствуйте, молодой человек. Вам. Добро пожаловать, сэр. Не могли бы вы показать мне билет? На, пожалуйста. Благодарю вас. Вам придется немного подождать до начала спектакля. У нас новая актриса. Это моя жена. Да? И мою жену... И мою жену без спроса записал в актеров. Приятного просмотра, сэр. Хорошо. Больше ничего не надо? Нет, ничего не надо. Ну, все понятно. У нас жена... Возможно, она все это время скрывала свои таланты. Она на самом деле у нас актриса. Она нас сюда заманила, чтобы сделать нам сюрприз свадебный. Таким способом показать свой талант. Типа я ночью пробираюсь в театр, а там она такая а-ла-ла-ла-ла-ла. Я не знаю, эта музыка страшная, палевная, как тут много всего. Осколок отличный, это мы будем им биться и убивать кого-нибудь. Надо поставить ведро, чтобы слить кровь. Наверное, не знаю. А, напитки. Где-то должна быть что-нибудь. Где-нибудь что-нибудь мы найдем ответ к этой загадке. Сердечко. 5 долларов напиток. Это что? Это сейчас 500 с лишним. Это 600 рублей сейчас. Охренеть можно. Сердечко, кстати, что-то лежит. Надеюсь, не Джозефины. Здравствуйте, молодой человек. У вас тут больно, наверное. Фу, так это не куклы, это настоящие люди. Ты посмотри, у него руки пробиты. У него вот эти вот. Так вот. Я-то голоден. Умоляю, брат, принеси мне что-нибудь поесть. Я так голоден. Я понял, надо в столовку сходить. Господа, есть что-нибудь пожрать? Пожрать, что-нибудь пожрать. А у плесень будешь? Нечто липкое. Театр, буфет, театральный буфет. Хорошая еда. А, я понял, смотри. Средний, маленький, большой. Маленький, маленький, средний. Кстати, отдай. The Forgotten News. Steel Hammer 8 баксов за молоток. И шляпа 10 баксов. Забытые новости. Пропавшая семья. Никаких новостей. Муж, жена и 8-летняя девочка, а также их питомец пропали без единого следа. Идет расследование возможной связи с другими случаями пропажи людей в городе. Полный отчет на странице номер 3. А страницы номер 3, судя по всему, нету, да? Кстати, 2017 год. Не такая уж и старая довольно-таки газетка. Так, средний, маленький, большой, маленький, маленький, средний. Средний, маленький, большой, маленький, маленький, средний. Отлично. Хавк. Ой, фу, серьезно, ты будешь глаза есть. Начнем с плесени. Будешь плесень? Нет, плесень у меня есть. Глаз. О, как вкусно! Как вкусно! Но я все еще голоден, так голоден. Так на. Нет, да. Я так голоден, умоляю, брат, принеси мне что-нибудь поесть. Я так голоден. А что тебе еще поесть? Там еще что-то есть? А тут больше ничего нет. Брат, а тут больше ничего нет. А как там было? Средний, маленький, большой, маленький, маленький, средний.
А извините, больше не работает эта фишка. Пойдем еще. А, будешь таракана? Стой, куда ты? Надо было его пригвоздить, да? Ах, стой, ты куда? А, резко. Хопа! Хопа! Не попал. Ладно. Как это не работает? А, пойдем в гардероб сходить. Может, у кого. У меня кошка что-то разбегалась, короче. Возможно, у кого-нибудь в карманах завалялось что-нибудь пожрать. Что я сейчас сделал? Я просто так тыкал. Я просто так... Какая она страшная, короче. Ну, это хорошо, что она пропала. Она очень странная. Это вот семья, которая пропала. Что тут надо сделать? Надо сделать все черепа. Я сделал все черепа. Надо сделать все капельки, да? Ох, это опять вот эти вот перетыкивания. Не, наоборот. Да что ж ты. Тут надо центральный, скорее всего, тыкать, и все получится. Он, короче, по кресту меняет. То есть вот это сейчас будет черепом, вот эти две станут капельки. Да. Он меняет в сторону креста. Нам нужно сделать все капельки. Как это сделать? Как это сделать? Объясните мне, пожалуйста, я не понимаю. Я не понимаю, как это сделать. Меня это бесит. Я ненавижу такие загадки. Я ненавижу такие загадки. Я пытаюсь методом тыка все это сделать. Черепа я как-то сделал. Почему я не могу сделать так же с капельками? Почти ведь, почти. Буквально чего-то, одного какого-то клика не хватает. Издеваешься надо мной? Короче, я предупреждал вас, да? Я предупреждал вас, то есть если... Внимательно изучите это место, да я все изучил уже. В смысле? То есть я даже зря тыкал сейчас? Что тут надо изучить? Что ты хочешь? Что ты хочешь, чтобы я тут изучил? Ой, короче, ладно, давайте... Да хватит мерцать. Давайте на этом закончим, в следующей серии продолжим. Я не понял это из загадки, я даже не понял это подсказки. Ну, скорее всего, там нужно все капельки сделать. Я в следующей серии это сделаю. А пока не забывай подписываться на канал. Ставь лайк, дизлайк, комментируй. Обязательно подписывайся на все соцсети. Ссылочка внизу в описании есть. Не забывай подписываться на Телеграм и ВКонтакте. Залетай к нам в Дискорд. Сервак, пиши комментарии. Свои игрушечки для прохождения. Приводи друзей и подруг на канал. Все, ребят, с вами был Бояра. Канале. И пока-пока.